парнишки, здорово всем. Сегодня будет у вас такой необычный ролик. Мы, короче, будем тестировать вот эту вот тачечку Mercedes 205 кузове и будем сравнивать, вообще померяем, сколько она разгоняется вообще до сотки, да, а потом будем сравнивать 95 и 100 бенз. Будем сравнивать рагодом, да, нашим приборчиком, и посмотрим, есть ли разница, есть ли смысл заливать 100 бензин в новые автомобили. Так, что там, 5 бенз? С одной, с двух? С двух, да. С двух. Круг подбор. Да, 4,98. Круг подбор, о, на 5 бензе. Точно так же 4,98. Легкий наклон вниз, да. Наклон, да. Так, ребят, на 95-м у нас получилось 4,68, самое быстрое. Теперь заливаем 100-й и смотрим, что получится. На этом. Так, все, у нас 100-й бензик залили. Теперь будем проверять. А сколько там было? 4,63, да? 4,67. Ну, это чуть-чуть зубрки. Там 4,63 было с горки когда, да? С горки? Да, чуть-чуть, я один. О, а с тобой я не помню. Там чуть 400 километров с одной пернами. Так, ребят, отлично, мы покатались в тот вечер. Значит, смотрите, теперь уже из-за руля своего Матиза могу вам рассказать про впечатления. Значит, самая быстрая машина поехала, потом уже на 100-м бензине, это 4,57. Это без, то есть только с водителем, без меня, без моей туши 80-килограммовой в салоне. То есть она поехала немножко быстрее, и этот результат получился быстрее, чем самый быстрый результат, который мы мерили на 5-м бензине. На 5-м там был 4,63, по-моему, или 4,67.
и 4,57 на сотом бензине. То есть разница есть. Не факт, что это из-за бензина. Может быть, просто так, стечение обстоятельств. Лучший зацеп, там более оптимальная работа мотора, типа холоднее воздух и так далее. Вот. Но это реально очень быстро. Когда ты ездишь в этой машине, это очень быстро, но быстро по цифрам. То есть ты смотришь такой только раз, и уже сотка, да, пропищала. По факту, по ощущениям, Mercedes настолько комфортный, что практически этого не ощущается. То есть только смотришь, за окнами деревья мелькают, да и все. Теперь я сидел, копался, да, то есть просто читал в интернете, но как бы теорию немножко понимал, как можно заставить машину поехать быстрее на более высокооктановом бензине, то есть что делают гонщики, для чего вообще используется сотый бензин. Сотый бензин используется для того, чтобы повысить, мы разговариваем про турбомотор, это был турбомотор, да, битурбо. Вот, сотый бензин используется для того, чтобы повысить давление турбины, то есть давление наддува, да, не турбины, давление наддува. И чтобы заставить вот этот вот Мерс поехать быстрее, он и так, что ракета, да, там 4 секунды до сотки, вот, но чтобы поехать еще быстрее, можно поднять давляк турбины, первой, второй, не знаю, там, обоих. И таким образом, он уже на пятом, наверное, откажется ехать. Электроника скажет, не, все, пока мы будем заваливать ухал, чтобы не было детона, а можно будет использовать сотый бензин для того, чтобы она ездила быстрее. Поэтому, в принципе, разницы нету. Просто в чем был смысл? В паспорте заявлено, что надо ездить на 98-м, можно на 95-м. Вот, и владелец хотел проверить, есть ли разница. То есть, поедет ли машина быстрее, не заваливаются ли углы при 95-м бензине, не едет ли она слабее. То есть, мы видим, что по вот этим замерам, да, у нас примерно там в 0,1 секунду получилась разница, там 0,1-0,2 секунды у нас получалась разница на 5-м и на 100-м бензине. То есть, если лучшие времена сравнивать, то 0,1 секунда. Вот как-то так, ребят, ставьте этому видосу лайки. Если у вас есть какие-то интересные машинки, чтобы померить, пишите. Кто в ЗП, либо бываю в Киеве иногда, могу брать прибор, будем мерить, снимать видосы. Если вы хотите, у вас есть такие интересные машины, которые бы вы хотели, чтобы померить, пишите все в комменты, а я постараюсь найти такие машинки, мы их померяем ради интереса. Все, спасибо за внимание и пока. Конечно же, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и всю вот эту дичь.